Вот эти куски готовы. А вот этот еще. Большие не готовы? Нет, вот эти два готовы. Ну пускай тогда как бы это. Там Марк на стол накрывает. Дорогие наши друзья, коллеги, которые в этот торжественный момент не присутствуют с нами. К сожалению. Да, к сожалению, не присутствуют с нами. Это Денис, Данил, уважаемый Ян. Кто еще? Петрович. Кто там? А, да. Артем Ворсиков. Иван. Иван Курленко. Мы не знаем, кто из вас католики. Но вот сейчас, в этот прекрасный зимний день, мы находимся здесь, на вертолетном, на вертолетной поляне Мочище. И пытаемся. Забыли упомянуть Романа Поповского. Правда, по уважительной причине. Да, да, да. Срочная командировка в Москву не дала, не было возможности Роману Поповскому принять участие в нашем мероприятии. Ну, конечно же, Виталий Липовенко. Да, Виталий Липовенко. Который до сих пор не может оправиться от шока, вызванного падением 550-го вертолета. Да, даже не падением, а резкой потерей вертолета в связи с покупкой. Продажи. Да. Вот так вот скромно мы летаем. Шашлык почти на кирпичах, да? Да. Нормально. В холодном зимнем лесу. Да. Нет, как полосы, хорошие. Так я сегодня вышел, самое что интересно, мне показалось, что весна. Да, пахнет весной вообще. Я выпал из подъезда, и такое ощущение, что весна. Артура Эмиковича забыли. Артур Эмикович Ратюнян. Большой любитель шашлыка. Мы были бы рады, чтобы он подъехал, допустим, 4 числа. Вадим Станиславович, кстати, Юрий, пригласите наших друзей. Конечно, мы приглашаем. Подождите,